Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дэн, и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами будем играть в Blockman Go Bed Wars. Я сыграл пару раз после этого обновления и более-менее изучил какие-то новые функции, но так до сих пор не понял, что это вот, что делают какие-то вот эти вот чувачочки, марионетки. Если вы знаете, конечно же, напишите обязательно об этом в комментариях. Буду ждать вашего комментария. Да ё-моё. Заговорился немного, надо вынести этого. Тихо, не лезь. Кстати, он... у него железный меч просто. Ну, все, у него ничего нет. Да. Надо было дорожить тем, что у тебя есть. Это мой тебе единственный совет. Дорожить тем, что у тебя есть. Ты у нас какой-то слепой, поэтому ты у нас отправляешься вот это в каюк. Угу. Так, ага, сейчас. Ага, of course, not. Сейчас я тебе так и дал бы себя быстренько бы. Нет, мы не из тех команд, которые дают себе разрушить. В общем, чтобы моментально еще. Разноси, разноси, давай, давай, давай. Мне нужно чуть-чуть отхилиться. Тебе тоже нужно было отхилиться. Окей, мы его вынесли. И у нас есть мечик. Окей, хорошо. С мечика есть блоки. Так, окей, надо отходить. Мне, походу, надо явно отходить. Мы тебя сбрасываем. Я сам дострою тот путь. Да. Все, мы на центре. Сумели отойти на центр. На нас там активно строятся какие-то... Кто их они? Циановые. И надеюсь, мой братан с этим циановым сейчас порешает все. Да, аллилуйя, он его убил. Блин, меня убили с 3 изумрудами. Обидно. Конечно же, обидно. Так, ну окей. Есть 7 золота на хороший мечик. Вот такой вот. Который мы сейчас как раз таки и наваляем. Так, бежим к циановым. Так, опа, на. А тут мои 3 изумруда лежат. Хорошо. Мне нужно просто инвиска. Да, сыграем в такую немного нечестную тактику. Так, это вот. Тактика Зельевара, я ее называю. Ну и тактика наваляй теперь соперникам. Офигевшим причем. Выпиваем, выпиваем. У нас есть совсем немало, немного времени, чтобы успеть добежать. Да, вот этот противник вот таким образом сейчас. А, цену... Ё-моё, зря только выпил это все дело. Никого даже не вынести. Печально. Окей, побегаем, пособираем, полутаемся. Возможно, это обеспечило мне сейчас какую-то безопасность. Так, окей, нас остается 2. Бежим, прыгаем. Прыгиваем его на желтенький поев, кому-то побежал. Так, ну мы допрыгиваем сюда. Циановый, он где-то еще остался, причем, да. Он еще где-то один живой. Это я, как понимаю, ненадолго. Ему не дадут так просто жить. В нашем таки суровом бедварсном мире. А я закуплю себе вот таким. С этого возьмем. И спасательную платформу. Яблочко. И вот так вот. Все. Теперь залутан довольно-таки мощно. Вынести меня будет очень и очень тяжело. Прокачаемся, ну, регенку на нашей базе. Все. Я готов идти уничтожать оставшиеся команды. Да, потому что желтые сильнее всех. Ну, конечно. Только в этой игре. Ну и во всех следующих, когда мы играем за желтых. А так нет. Если мы не играем за желтых, они не сильнее всех. Так, окей, тут надо чуть выше построиться. Наглые розовые какие-то просто куда-то лезут. Розовые, розовые, розовые. Я бы не советовал тебе куда-то прям строиться. Тебе же невыгодно. Убивать себя, как говорится. Братан, спокойно, 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 спокойно.
Давай без резких каких-то движений. Давай просто успокоимся с тобой. Я выживу в любом случае. А вот насчет тебя. Все, разносим его. Все, минус розовая команда. А нет, еще где-то один розовый, но... Надеюсь, он никакой опасности для меня не будет представлять. Просто ему уже хуже, если он будет для меня какую-то опасность представлять. Так, у него шанс дожить. Возможно, даже меня победить. Предлагаю взять, не знаю. Ах ты ж скотина такая. Падла. На скорость бежим, бежим, бежим. Отходим, убегаем. За нами гонится инвизер, я это вижу. Его мечу, это понятно? Сейчас нам нужно просто немного погоняться до тех пор, пока он от меня не отвянет. Просто у меня нет каких-то вот таких решеток, перегородок. К сожалению, к моему же. Чтобы навалять этому инвизеру. Я очень-таки люблю наваливать всяким инвизером. Особенно вот таким вот, как ты, серый. Хотя ты даже не инвизер. Все хорошо. Так. Есть шанс, что я не долечу. Но есть шанс то, что я долечу, и я на это надеялся. И моя надежда себя оправдала. К сожалению, мне осталось еще только небольшая прыгучесть. И все. Что довольно-таки обидно является для меня. Давай все-таки жить в дружбе и в мире. Я, возможно, тебя не вынесу. Именно тебя, не твоего тиммейта, а именно тебя. Не нужно путать эти моменты. Я оставлю вас в живых. Смотрим. Будем все спускать сюда. Так. Короче, все окей. Я окей, все понял. Понял свою ошибку, все, сори. Не повторится больше никогда такое. Пожалуйста, да не нападай ты на меня, господи, дебил. Я тебе что дал? Я тебе дал жизнь. Так живи, придурочный. Кому-то жить надоело. Походу. Ну, давай, повоюем, не знаю. Может, меня вынесешь даже. Стоп. Да, ты меня вынесешь, походу. Или нет. Вот, вот. Был шанс 50-50. Так. И у нас остается последний серый. И вы знаете, что очень плохо? То, что у меня нету хилок никаких. Слово совсем. Сейчас чувствую себя каким-то, не знаю, бомжом. Черт, черт. Так, яблочко. Все. Хорошо, яблочко. Яблочко сюда. Я искучу. Все. Хорошо. Теперь осталось мне найти только серого нашего. И ему уже навалять. Поднимаемся. Угу. Сюда, сюда, сюда. Ё-моё, ё-моё. Платформа, платформа просто спасла меня сейчас. Фух. Так, ну да, остается я и серый. Ну, серый, пойди где-нибудь прячется. Либо ищет меня. Надеюсь, что он меня сейчас не найдет, потому что... В таком состоянии не хотелось бы, чтобы меня кто-то нашел. Строимся наверх. Еще, ага, еще выше надо.
Все, окей, мы на самом верху. Все, а теперь мы точно идем искать серого. Вот главное, чтобы он нигде не сажался там. Какой-нибудь подземной базе. Посмотрим, уже мостики можно тупо прямые строить. Все, победа! Ну что ж, ребята, давайте сыграем еще один раунд с вами. И, ребята, мы уже с вами в следующей игре. Да, следующий наш раунд. Так, быстренько защищаем нашу кроватку. Красавчик, брат, прям идеально. Так, тогда тебя мы оставляем на базе, за всем этим делом следить. За всем этим добром нашим. А я пока быстренько продвигаюсь на центр. За нашими изумрудиками. Сейчас мы с тобой сработаемся быстро в паре. Красных надо бы вынести еще бы. Окей, я его вряд ли вынесу. В принципе, не, я его не вынесу, у него боль. А, нет, я его вынесу. И получил железный меч. Ну, прикольно. Плюс один изумруд и плюс железный меч. А сейчас я хочу сыграть немножечко по другой тактике использовать сейчас. Не идти и не развиваться прям жестко как-то. А просто знаю, что нибудь так. Типа не баррикад тут вот так понастроим, чтобы нашим врагам до нас было быстрее, ну, тяжелее, быстрее, тяжелее добраться. Мне сейчас нужно всего лишь вот такая вот одна вещица. И больше абсолютно ничего. Эта вещица очень-очень мощная. Сейчас мне... Она мне позволит пробраться абсолютно на любую базу. Пока что у нас нет каких-то ультрасильных команд. Допустим, мне не нравится вот команда красных. Если я пойду вплотную, меня заметят и убьют. Если я пойду вот так вот. Но если меня не заметят, то не убьют. Ну, логично. Таким образом. Чёрт. Команда была разрушена. Но не, к сожалению, со всеми игроками. Да, я упал. Мы видим, неплохо, да? Тактика топовая, топовая, даже очень. Я ща один этого не понял. Кто такой геймбой? Я вот этих вот фишек, это которые, получается, эти какие-то типа NPC-шники или что? Я еще говорю же, очень мало играл в это. Буквально пару раундов, я еще вообще не понимаю, что это такое. В чем смысл этих каких-то вот ботов и что это такое. Ну, думаю, там в следующих уже потом раундах разберусь. И в следующем видео уже, наверное, буду использовать все это дело. Потому что пока я вообще не понимаю, что это такое. Я использую самые обычные старые мои дедовские тактики. Да, самые стандартные тактики. Подкопаемся. Спокойно, братан, давай не будем бить, давай без этого. Давай без этого, говорю уже, успокойся. Черт. Давай успокоимся. Я тебе, может, железо подогнал, что ты такой агрессивный? Мне нужно... Просто нужно тебя убить. И тебе нужно меня убить. Мы с тобой солидарны. Но мне нужно сделать это раньше, чем это сделаешь ты. И поэтому просто мы тебя вынесем. Всё. Без всяких no problem, да? Никто ни на кого не в обиде. Там наш братан бегает. 6 блоков. Раз, два, три. Я как понимаю, мне явно не хватит этого количества, чтобы до туда достроиться. Так, ну, окей, у нас, кстати, еще до сих пор один красный жив и... Меня это немного напрягает. Мало ли он сейчас залутается и захочет нам отомстить. Конечно, надеюсь, что такого не будет, но все возможно так. Давайте побежим на... Да, вон этот красный, он лутается. Ну, блин, плохо-плохо. Но мне, опять же, нужно всего лишь 2 изумруда. Будем такой, не знаю, тактика крысы. Возможно, да? Возможно. Тактика довольно-таки неплохая, и надо его просто сейчас выкинуть нафиг. А у него еще меч на поджигание. Не, ну тогда его вообще не победить будет. Если у него алмазный будет меч на поджигание. Вы себе это представляете? Ну и вот я тоже. Это будет очень тяжело убить такого игрока. Так.
Надеюсь, сейчас на нашу базу никто не нападет. Ну, наш братан так спокойно убегает, уходит. Так, ну окей, мне надо допить это. Окей, давай. Окей, я помогу тебе, чувачок. Мы забьем этого красного, сейчас нафиг насмерть. Давай, 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 давай. Красавы мы. Просто красавчики. Просто красавчики. Ты молодец. Подлетел, просто его разнес и на изях. Ну, прям было мощно, да. Окей, ну, у меня есть алмазы. Возможно, это, конечно, ресурсы нашего тиммейта, но... Мы же все-таки команда, поэтому... Ресурсы одного человека означают ресурсы всех людей. Так, у меня даже ножниц не было. Военный без ножниц. Прикольно, да? Так, 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 так. Так. А, и у нас нашу кровать разрушили, и получается остается всего лишь один розовенький. Один розовый, и мы победим. Угу. Я на это надеюсь. Этого розового, в принципе, прям думаю, наверное, не сложно победить. Ну, особенно мне теперь уж точно. Чем у меня меч интересненький такой, знаете ли. Такие мечи на поджигание. Возможно, я побегу и попытаюсь там где-нибудь застопорить. Я полностью не знаю, что этот чувак сейчас будет делать. Возможно, у него есть какая-то ультра-супер-дупер-мега-мега-мега тактика, которая он на нас нападет и нас вынесет. Причем у меня есть лайм-платформы. И этого достаточно. Так, я прыгну. Ах ты ж крыса такая! Как я не додумался до того, что ты так можешь сделать. Я понял уже под конец, что у него есть лайм-платформы, и если бы я за ним бы прыгнул, я бы разбился, но... Я не думал, что вот так вот это все будет. Так, окей. Гонимся в погоню за ним. Не уйдешь. Ты в любом случае где-то у нас спускаться должен будешь. И вот там, где ты должен будешь спускаться, я тебе и подловлю. И нам надо к нему залезть. Довольно-таки тяжело. Смотрите, ни у кого сейчас кровати нету. Это последний игрок, которого нам нужно убить. Братан, ты ему что-нибудь не отдашь? До нашей полной победы. И он у нас где-то прячется. Обидно, не так ли? Ну окей, попробуем к нему залезть, чтобы он опробовал всю мощь моего меча на поджигание. Если он меня даже сейчас отсюда собьет. Братанчик, а ну стоять! Ух ты ж какой. Да ё-моё, так ведь. Нифига себе. Чёрт, а я даже прыгнуть. Блин. Прокапываемся. Так, окей. Надеюсь, он сейчас наш братан его убьет. Ну, умирать как-то не хочется. Уже как... Да, победили. И что ж, ребята, предлагаю на этом закончить наш сегодняшний видеоролик. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.